Всем привет, мои хорошие зрители. Я волосы собрала, потому что у нас очень жарко. Я сейчас иду на работу, а сама думаю, вот если бы я была бы на море, я бы сейчас покупалась, хотя я плавать не умею, но все равно намочила бы себя. Я, конечно, сегодня расстроилась. Когда с утра проснулась, я прочитала сообщение Лилия Эми Марсе, что там говорится, что я ее вычеркнула. Я поэтому делаю видео, чтобы сказать, объясниться, что я не тот человек, чтобы вычеркивать людей. И плюс я бы не смогла, потому что если бы я смогла вычеркивать, так бы и смогла бы прописать. Я бы всех прописала бы на мой канал. Лилия Эми Марсе, я тебя прошу, неужели ты мне не веришь, что я не отписывала тебя? Как я могу отписать хорошего человека, который меня поддерживает, который всегда мне пишет комменты? Так что, солнышко, я тебя не отписывала. YouTube делает, что хочет. Конечно, обидно на душе, я расстроилась. Потому что отписывает людей, и я не знаю почему. Вот, например, 2 дня назад у меня было 100, почти 190, а я потом смотрю 185. И я такая расстроенная говорю Оскару. Оскар, говорю, почему люди от меня отписываются? Говорю, так обидно, я наоборот хочу, чтобы много людей было. Он мне говорит, не расстраивайся, это или YouTube, или просто люди не хотят смотреть. Я уже думаю, ну может вообще перестать снимать видео, потому что я очень близко к сердцу принимаю, но я хочу поделиться, я хочу рассказать все, потому что мне легче становится. И я чувствую, что с вашей поддержки я вот именно чувствую себя хорошо, да, бывает вот именно маленькие нервы, но это ничего, то, что было. У меня еще во вторник был нервный срыв, потому что я аж расплакалась в автобусе, уже не выдержала, потому что... Я пошла на компанию Samsung на мероприятие. Ну и тут пришел мой муж и начал мозги компостировать, что я потеряла испанский документ, потому что надо было забрать в течение 45 дней, что у меня уже все, что мы не поедем, что все, потеряли деньги, потеряли все. Я, конечно, расстроилась, пошла в компанию этот Samsung на мероприятие. Я им говорю, а где мои наушники? А, сегодня не тема в наушниках. Я говорю, там мне все равно, вы телефон мне продали. Такой дорогой, говорю. Вы должны и наушники вместе с телефоном давать. Они хотели мне другую вещь сунуть. Локализатор, когда включаешь машину и даешь твой телефон, что если не помнишь, где ты остановил машину, или если тебя украли, ну, чтобы... могла бы найти, где машина. Я им сказала, да пошли вы, и ушла. И потом села в автобус, как расплакалась. Ну, конечно же, вчера пошла. Не было проблем, я забрала испанский документ. Ну, конечно, отомстила мужу. Как отомстила, он мне звонит, говорит, ну что, ты забрала испанский документ? Говорю, нет. Так серьезно, знаете. Говорю, нет, не забрала. Мне сказали, что... они, короче, отправили назад, я не знаю, куда идти, мне надо заявление написать, чтобы забрать. Он расстроился. Как вы думаете, он расстроился, то, что мы потеряем деньги на поездку, или он расстроился, что он Москву не увидит? Я знаю, почему он расстроился. Деньги-то платила я за поездку. Ох. Не знаю, за что он расстроился. Я сейчас дохожу на вторую работу. Фу, как жарко.
ужасно как жарко. У меня еще и во вторник, уф, как я себя плохо чувствовала с этой аллергией. Я не могла останавливаться, пока моя хозяйка не пошла, купила специальный спрей для аллергии, для носа, для глаз. И вот это меня успокоило, я уже 2 дня таблетки пью. И если вы хотите знать, у меня еще аллергия на собаку. А у меня дома есть собака. У меня еще голос охрипший, потому что когда воздуха не хватает, когда задыхаюсь, еще не... О, как бы бронхи еще не чистые. В общем, я вам рассказала. Я не знаю, почему YouTube такие вещи творит. Мне очень обидно. Если ты слышишь, Лилия ММРС, ответь мне, пожалуйста. Хотя бы скажи, что ты нас поверила. И ты веришь, что я тебя не вычеркивала. Честно, я бы никогда в жизни этого не сделала. Я могу в черный список кинуть, например, тех людей, которые меня будут обижать. А именно вычеркивать, я даже не знаю, как их вычеркивать. Это вы должны отписаться и подписаться. Так что, моя девочка, мы, пожалуйста, тебя просим, напиши что-нибудь, ну скажи, что ты нас слышишь. Я уже дохожу до работы. У меня сегодня 3 работы, и я не знаю, во сколько домой приду. Но я знаю, что я приду уставшая, как собака, и злая, потому что жарко. А я с вами прощаюсь. Я вас всех люблю, ценю, и спасибо, что вы со мной. Давай, чмоки. Эй, выключайся, не хочет выключиться.